Знаете, в управлении персоналом это вот прием, который для молодежи я использую чаще всего. Вот, когда приходит мальчик 20 лет, ты говоришь, напиши себя в 40. Зависает надолго. Сначала спрашивает, зачем? Я говорю, ты пойми, я на вас много молодежи смотрю. Если вашу жизнь назад прочертить, она вот такая. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Если вы вот сейчас в 20 лет попробуете нарисовать себе какую-то цель идеальную, у вас есть семья, нет семьи, ваша жизнь тоже не будет, карьера выстраивается по прямой, но она, по крайней мере, будет иметь хоть какую-то траекторию, какой-то цели. В этом случае вы пройдете все это гораздо короче. Цель ставишь и к ней идешь. Владимир, а вот на что вы ориентируетесь, когда выбираете людей? Вот... Должно быть бешеное желание в этой жизни что-то действительно сделать, оставить какой-то след. Знания, навыки, дипломы, форумы, тренинги и так далее, и так далее. Это все можно натолкать куда угодно, только если было у человека желание. Смысл идти в другое место, потому что в другое место можно идти только по причине того, что искать что-то более для себя амбициозное, как вызов себе, справишься или не справишься. А что повышает конкурентоспособность? Всего лишь навсего три ресурса, чем бы мы с вами ни занимались. Первое – это финансы, которые у вас есть, и доступ к ним, и какой цене вам эти финансы достались. Второй момент – это технологии, которыми вы обладаете. И третье – это персонал. А что же тогда успешно сделанная работа для вас? Ну, я всегда говорю, да, это моя личная формула, я все время говорю, что деньги – это побочный эффект успешно сделанной работы. Если ты захотел заняться этим бизнесом, как следует изучи своего потребителя, пойми, что ему надо, и по чесноку сделай настолько максимально лучше, насколько ты только можешь это сделать. Не думай о том, как вернутся деньги, никогда не бойся. Если ты сделал удачную работу, она 100% найдет своего покупателя, покупатель будет тебе за это благодарен, платя деньги за твои услуги или за твой продукт. Вот это повторено было мной уже много-много раз. Владимир Седов, президент группы компаний «Аскона».